Привет, друзья! Ребята из славного города Питера прислали мне на тестирование угольный гриль «Старт» от компании с красивым названием «Чили Грили». Затарили меня брикетированным углем разной расфасовки производства их фирмы. Сборкой гриля не буду занимать ваше внимание. Соберу за кадром и продолжим заниматься кулинарией. Гриль собран легко. Высшего образования не потребовалось. Нужна только отвертка и ваши руки. Гламурный красный красавчик. Займемся кулинарией. Готовим сочные колбаски из рубленого мяса в сальнике на угольном гриле «Старт». Начнем с мясных наполнителей колбасок. Мясо: говядина, свинина, мякоть. По килограмму. Мясо для начинок колбасок будем подготавливать двумя способами. Говядину через мясорубку, так будет сочнее. А свинину мелко рубим. Нарезка свинины мелким кубиком. Способ, конечно, трудозатратный, но он того стоит. В кусочке мяса сохранятся все соки, и они порадуют вас в готовом изделии, в колбасках, с их сочностью. Подготовленный фарш заправим солью по вкусу. Из ароматных специй применю хмели сунели. Мне он очень нравится. Ну, а вы можете пофантазировать, применить другую специю. Из овощей и зелени использую петрушку, перец болгарский сладкий и синий лук фиолетовый. Думаю, головочки будет достаточно. Все овощи и зелень нарезаю мелким кубиком, как свинина. Запустим стартер в работу, пусть разогревается. Заполним половину стартера брикетированным углем. Буду жарить на среднем огне, пол стартера мне будет достаточно. Пусть разогревается. Формируем колбаски в сальнике или жировой сетке, как еще называют. У меня свиная. В руках сделаем колбаску. Надо водички, наверное, липнет. Такой длины будет достаточно. И заворачиваем. Старайтесь сильно много сеточки не наматывать. Она нам нужна только для сочности. И чтоб держала фарш. Лишнюю можете срезать. Особенно где толстые утолщения. Раза два, три и хватит. Вот такая колбаска получилась. Хватит и сочности,
и накормить мужика взрослого. Высыпаем стартер, хорошо раскалился уголек. Уголь хороший, без дыма. Производитель чили-гриля обещает, жар он будет поддерживать 2-3 часа спокойно. Хороший уголь, без запаха, без дыма. Прогреем весь гриль от заводской смазки, если она есть здесь. И будем готовить. На первом этапе колбаски хочу обжаривать методом барбекю. А затем перейдем к методу гриля. Благо производитель все это предусмотрел в конструкции. Даже коптильню. Сеточка тает, наполняет фарш соками, колбаски румянятся. Хочется ответить мне две фишки, которые мне понравились в угольном гриле «Старт». Удобная перевозка в автомобиле, в багажнике. И алюминиевая капсула с толщиной 6 мм. Отличное сбережение тепла. Колбаски у меня зарумянились со всех сторон, я переворачивал. Теперь закрываем крышку и методом гриля доводим до готовности. Друзья, первое испытание гриля «Старт» от компании «Чили Грили» прошло успешно. Я доволен и грилем, и колбасками. Отличный отдых на свежем воздухе. Чего и вам желаю. Всего вам доброго. До встречи на канале.